Всем привет! Добро пожаловать на сегодняшний наш эфир. Я немножко, конечно же, подожду нас всех. Пока только скажу, что наша сегодняшняя с вами тема называется «Все в наших руках, и все зависит от нас». И мы сегодня с вами поговорим про такую дату, как 10 швата. Чем особенно эта дата? В общем, мы будем с вами говорить про Хабад, про такое еврейское движение, да, ответвление, скажем так, Хабад. Я пока подожду немножко, пока все подключатся. Всем привет, хорошего вечера всем. Мы ждем, пока народ подключается. Всем привет, хорошего вечера. Всем привет. Итак, давайте, пожалуй, начнем, потому что у меня там муж с ребенком разрывается. Вот, но мой муж герой, для того, чтобы я проводила здесь эфир, он сидит с ребенком. Похлопаем ему. Вот, всем привет, всем шалом, хорошего вечера. Спасибо, что нашли время для нашего эфира. Еще раз я немножко повторюсь, мы сегодня с вами поговорим о том, что все в наших руках, все зависит от нас. И да, нужно полагаться на людей, на тех, кто, не знаю, мудрее нас, но делать и действия, и наша жизнь зависит именно от нас. Всем привет, всем шалом. Итак, мы с вами, шалом, Белла, Ирина, шалом, всем привет. Рада, что вы подключились к эфиру. Итак, сегодня очень-очень хочу с вами поговорить про Хабад, про 10 швата. Итак, что это за день, почему мы его празднуем в Хабаде, да, вспоминаем, и что принято делать в этот день. Всем шалом, всем привет. Значит, давайте вернемся в 1950 год. Шестой Любавический Ребе, всем шалом. Шестой Любавический Ребе, Ребе Раяц, покинул наш мир. Теперь Хабад, да, наше любавическое движение, хасидизм, остался без Ребе. А кто такой Ребе? Это, грубо говоря, Моше Рабейну поколение, да, это тот, кто ведет за собой, кто мотивирует, кто дает силы, кто помогает найти ответы, да, то есть Ребе — это очень важно. Теперь народ остался без Ребе, что делать? У Ребе было, не было сыновей, но было две дочери. И у этих дочерей были мужья, значит, по закону любавических Ребе, мужья этих дочерей должны, кто-то из них должен стать Ребе. Теперь, какие были варианты? Первый кандидат был, это Гронер, если я не ошибаюсь, и второй был, это Шнеерсон, это наш любавический Ребе, да? Выбирали из этих двух кандидатов. При том, что наш Ребе, седьмой любавический Ребе, который позже им стал, он был более светский, он учился на инженера, он заканчивал обычный университет, он делал какие-то проекты в Нью-Йорке, да, он был более такой приземленный, скажем так, человек, поэтому все думали, наверное, старший его зять станет наследником. И представьте себе, целый год не могли понять, кто будет Ребе и будет ли Ребе, и народ настаивал, бунтовал. И ровно через год, 10 швата 1951 году, Ребе делает фарбренген. Фарбренген, мы знаем, что это застолье, где больше, чем 10 человек, где обычно Ребе говорит слова Торы, да? И вот на таком, Ребе делает фарбренген в память, да, как годовщина смерти Ребе Раяца, 6-го Любавического Ребе. И он собрал много-много людей для того, чтобы сделать как день памяти, да, сделать честь, поговорить о нем. И я не знаю, если он планировал, да, взять на себя узды правления за Хабад. Вот. И, значит, кстати, за день до вот этого фарбренгена Ребе провел время в больнице вместе с каким-то человеком, которому было плохо, и он лично туда поехал и помогал ему. Вот, и в день, в общем, наступил день Йорцайт, да, день памяти 6-го Любавического Ребе, приехали хасиды, представьте, полный зал людей, там стоят и пожилые, и молодые, и здоровые, и больные, и богатые, и бедные, и религиозные, и хиппи, и с татуировками, и без, то есть много-много разных людей, все стоят, шум, гам, и к
конечно, Менахем Мендель Шнерсон, это позже он станет седьмым любавическим ребе, да? Менахем Мендель Шнерсон, он начинает говорить про своего тестя, да, про ребе Раяца, он начинает вспоминать, говорить его сиху, и вдруг голос из зала, тишина, все слушают, и вдруг голос: «Ребе, хасиды ждут маймар!» И все такие: «Что? Как ты осмелился? Что?» Знаете, в чем здесь фишка? В том, что маймар может говорить только ребе. А Менахем Мендель Шнерсон, когда выступал, он еще не был ребе. То есть вот этот призыв «Хасиды ждут маймар» — это как будто бы: «Ну, ты будешь ребе или нет?» И здесь было два варианта. Либо бы он не сказал маймар, то есть не взял на себя, скажем так, управление хабадом. Но второй раз он сказал: «Хасиды ждут маймар!» И сказано, что ребе начал говорить маймар, при том, что на том же месте, где последнее свое выступление говорил ребе Раяц, с него продолжил ребе и дополнил. Это было Баси Легани. Я пришел в сад к невесте. В общем, это очень популярный, знаменитый его маамар. Более того, наверняка вы могли заметить, как любавический ребе, можно посмотреть много его выступлений. Это просто невероятно. Я не могу понять, когда я смотрю. Человек не прерывает цепь своих, ход своих мыслей, да? Он не подглядывает ни в какую бумажечку. Два часа он как будто бы читает. Настолько у него все вот так вот. Вот как, вот объясните, как простой человек может говорить без остановки, не путаться, да? Ой, извините, не... Ну, то есть человек просто гений. Сколько чудесных историй, связанных с любавическим ребе. И сколько вообще он нам помогает, да? Но когда ребе стал ребе, да, в этот день, он сказал, что я постараюсь быть, ну, как бы, хорошим, помогать вам, но все зависит от вас. Я не собираюсь, как бы, быть вашим, как так сказать, прикрывателем. Ну, то есть, нельзя так говорить, что, мне ребе, ну, полагаться на ребе, например, ну, ребе за меня помолится, что мне, ну, какая мне разница, да? Ну, я поеду к ребе, и он мне все простит. Ну, как бы, нет, ребе говорит, что это ваша задача, вы сами должны стараться, сами должны делать, а ребе нам для того, чтобы просто помогать в каких-то, да, критических моментах, чтобы направлять, чтобы советовать, чтобы поддерживать, да, вот эти вот все посланники, миллиард, миллион посланников, да, которых послал ребе, наверняка многие из нас и пришли в синагогу благодаря этим посланникам, да, которые: приходите, мы сейчас делаем вечер, давайте и так, и так. И благодаря ним я приблизилась тоже, благодаря хабадникам, благодаря посланникам ребе, да, когда иудаизм был в критическом состоянии, когда из-за войны, из-за Холокоста, из-за всех трагических событий многие начали ассимилироваться, да, отворачиваться от религии, обвинять Всевышнего во всем, не принимать это, да, отрекаться от этого всего. Когда был самый-самый трудный для нас момент, именно в этот момент ребе знал, что каждому из нас нужна поддержка. Он начал отправлять своих посланников в разные города. Представьте, в Украине маленький городок, я не знаю, Первомайск. Вообще там нет ни кошерной еды, ничего. Ничего, посланник едет туда, его дети учатся в онлайн, да, в телефонах. И, в общем, они это все делают для того, чтобы приблизить всех людей. Вот, и многие посвящают этому всю жизнь, да. Поэтому я посвятила наш сегодняшний с вами эфир, нашу встречу памяти нашего шестого любавического ребе, седьмого любавического ребе, да. И напомнить о том, что все в наших руках, то, что мы должны делать все, и результаты, все зависит от нас, как я слышала. Ты делай, делай, а Всевышний тебе даст то, что ты заслужишь, да? То есть многие говорят: вот я, наверное, буду делать больше, я еще больше получу, а если я буду делать меньше, я меньше получу. На самом деле не важно. Главное, делай, а что тебе положено, тебе Всевышний все даст, не переживай. Но главное, да, делать шаги навстречу, делать. Вот, всем спасибо большое за эфир. Вот, я очень рада быть здесь. Всем хорошего вечера. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал в YouTube Хана Зельцер. Вот. Всем спасибо за эфир. Пока!